Несколько неприятных часов пришлось пережить жителям деревни Леониха в самый канун Нового года. На территории Анискинского карьера, где обычно проходят соревнования по мотокроссу, произошло обрушение канализационного коллектора. Районные службы ЖКХ незамедлительно приступили к работе. В деревне Леониха, это в первом от провале населенном пункте деревни Леониха, там был, все колодцы были на подпоре, водоканал вывел 8 единиц техники, и также вот две перекачки. На данный момент сейчас этот уровень воды опустился, и канализация работает по резерву, по резервной схеме. Этот коллектор был построен в начале 60-х годов для обслуживания строящегося тогда Звездного городка, а также городков Щелково 3 и 4, и позже поселка Свердловский. С тех пор он ни разу не ремонтировался, постепенно пришел в негодность, что и в частности привело к нынешней аварии. Сегодня канализационный коллектор находится в муниципальной собственности городского поселения Щелково. В 2009 году он был передан от Министерства обороны, как и многие объекты, в крайней степени износа. И, как известно, где тонко, там и рвется. Тяжелый и влажный из-за оттепели грунт просто раздавил старую трубу в нескольких местах. Изношенный на, даже трудно сказать, наверное, на 100%, стенками коллектора уже являлся грунт, а не сама труба железобетонная. Вот. Ее практически не было здесь уже. И вот эти перепады температуры, вода, мороз и так далее, создало давление, и он обрушился. Вместе обрушения коллектора работали две мобильные станции перекачки и другая техника. В ходе ремонтных работ аварийный участок трубы был заменен. Несколько раз, в том числе и 1 января, на место аварии выезжал глава района Алексей Валов. Эта работа абсолютно плановая, несмотря на то, на ее чрезвычайный характер. Она будет выполнена, несмотря на праздничные дни. Будет вестись под моим личным контролем. Техника работает, люди работают. Самое главное, что угроза подтопления локализована. Надо сказать, что районные специалисты были готовы к возможным авариям на коллекторе и оперативному устранению последствий. В рамках госпрограммы развития ЖКХ Московской области межрайонный Щелковский водоканал уже проводит санацию, укрепление сводов этого коллектора диаметром 800 мм. Еще один аварийный участок вблизи Щелковского шоссе грозил размыванием трассы. Здесь проблему удалось вовремя предотвратить. На сегодняшний день авария устранена. Сделана вставка, коллектор отремонтирован. Этот участок работает в штатном режиме. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».